Большой гала-концерт 7-го ежегодного открытого конкурса патриотической песни «Споемте, друзья» прошел в театральном центре «Жаворонки». На сцене лучшие исполнители. Дата особенная и символичная – День защитника Отечества. Этот праздник, как никакой другой, напоминает о приближении 75-летия Великой Победы. Вся страна, в том числе и наш Одинцовский округ, празднует эти мероприятия. Происходит посещение ветеранов, тех, кто служил, кто воевал, те, кто защищал, кто помогал. Мы с удовольствием вот объезжаем, да, видим вот этих уже физически слабых стариков. Но когда с ними разговариваешь, прекрасно понимаешь, что это такая сила, такая мощь. Значит, и каждый из них когда-то, и те, кто жив, и те, кто погиб во время Великой Отечественной войны, они отдали все, что могли для этой победы. Конкурс патриотической песни «Споемте, друзья» проводится уже в 7-й раз. С каждым годом число его участников растет. Неизменным остаются номинации – солисты, ансамбли, хоры. Было заявлено 86 участников конкурса. Это и солисты, и ансамбли в различных возрастных группах. В основном этот конкурс открытый, конечно, но в основном у нас участвуют, конечно же, конкурсанты из нашего Одинцовского района и даже самых отдаленных его каких-то поселений. За звание лучших боролись более сотни талантливых исполнителей и коллективов Одинцовского городского округа. Состязание проходило в декабре. В ходе подготовки участники делали акцент на произведениях, посвященных любви к родине и борьбе за мир. Наши матери и жены в русских вязаных платках. Участникам, победившим в своей возрастной категории, номинации присвоили звание лауреатов или дипломантов первой, второй и третьей степеней. Организаторы считают, что конкурс дает возможность каждому ребенку реализовать себя. Если в этот раз победить не удалось, расстраиваться не стоит. В следующий раз все непременно получится. Всегда есть куда расти и к чему стремиться. Мила Тарасевич, телекомпания «Одинцова».